Добрый день, друзья! Меня зовут Кирилл Голиков, я шеф-повар и гастрономический фанат, любитель русской кухни по старинным рецептам. Сегодня мы будем готовить сырники с изюмом и клубничным тартаром. Это не займет много времени. Для приготовления сырников я взял, на мой взгляд, лучший рассыпчатый творог «Савушкин хуторок». Это идеальный выбор для тех, кто заботится о себе и своей семье, потому что у него исключительно натуральный состав. Свежее коровье молоко высшего сорта и специально подобранная закваска. «Савушкин хуторок» не содержит стабилизаторов, ни растительных жиров, ни консервантов. Благодаря ему сегодня мы научимся готовить идеальные сырники. Помимо творога нам понадобится сахар, пшеничная мука, соль, растительное масло, куриное яйцо, изюм, сметана, клубника, сахарная пудра, мята. Для начала творог нужно тщательно протереть через сито. Творог я протер, и теперь я добавляю все ингредиенты. Это яйцо, мука, сахар, соль и слегка перемешиваю. Много муки я не добавил, потому что консистенция творога идеальна. Я формую массу на шарике весом каждого примерно 50 граммов. Сырники сформованы, остается их только пожарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Сырники обжарились, я их накрываю крышкой и отставляю в сторону примерно на 5 минут, чтобы они дошли до готовности. А пока я приготовлю клубничный тартар. Тартар – это мелко нарезанная клубника с добавлением сахарной пудры и мяты. Сырники с изюмом и клубничным тартаром готовы. Приятного аппетита!